Добрый день, дорогие друзья, с вами Мария Карпинская, студия Марии Карпинской. Вот восходит солнце. Я не знаю, будет ли это видно, но на всех травах, на всех цветах лежит блестящая, прекрасная роса. Вот она такая. И от этого все цветы, все просто прекрасно. Вообще это чудо, когда восходит солнце. И между прочим, я просто... Хочу еще раз сказать, вот крокусы растут, что мне давно еще было сказано, что солнце, отряхнувшись, встало и новым светом засияло, неся к земле свой первозданный свет. Это говорит о том, что сейчас солнце уже другое, оно не то, которое было раньше, и поэтому оно несет свой первозданный свет к земле, и меняет весь этот мир по своим новым законам. А мы находимся на нашем доме-студии за городом. И здесь вот эти все вот растения, цветы, они все покрыты росой. Вот эта роса удивительно прекрасна. И цветы тоже. Ты идешь по... А вот яблони фантастические. Пока мы еще не снимали с них яблок, мы ожидаем, когда они дозреют. Какие красивые, удивительные. Но это же чудо, это правда чудо. Таких чудес вокруг нас очень много. Но люди ищут, что-то искусственное делают, а вот и яблочко. Ой,